Всем привет! Наконец-то мы дорвались до Инвокера, и сегодня будем обозревать этого героя. Даже несмотря на фиксы, которые вышли в подпатче, герой все равно с топовым винрейтом, и будем сейчас смотреть за этим. Да, это Квин, один из лучших мидеров, возможно, сейчас самый лучший мидер из Gaming Gladiators. И он играет на своем смурф-аккаунте, на котором примерно там топ-50. Вот, и игра будет очень-очень насыщенной плюс интересной. Инвокер, конечно, претерпел большие изменения в патче, потом подфиксили, как ты уже сказал его. Но, знаешь, на винрейте это вообще не сказалось, потому что винрейт у героя 58,6%. У меня просто глаза на лоб налезают, при том, что сыграно матчей 3000 на протрекере. Это, наверное, рекорд за последние, там, я не знаю, может быть, даже несколько лет. Ну, чем большой винрейт, персонажа. Да. Обычно бывает, там, немного матч, какой-нибудь ликан, мипа, да, такой же винрейт. Вот, но чтобы такое количество матчей, такой винрейт, это прям редкость. Нормально, пришел, килл получил. Собственно, что сделали инвокеру? Основное это то, что он теперь стал универсалом. Вы получаете много урона за атрибуты. Теперь прокачка каждой сферы дает вам статы. Квас это единица силы, векс это единица, получается, ловкости. И экзорд, соответственно, единица интеллекта. Вот, прокачиваете сферы, наносит урон другие, миксованные билды. Подняли Vessel, который хорош для универсалов. Потом, кстати, его подфиксили, но стоимость удешевили. Теперь не из двух корон собирается, а из короны плюс шляпы, но он стал дешевле. То есть универсал, у которого теперь много урона. Ему подрезали по монокосту все способности, там, ну не все, но многие. Cold Snap меньше стоит по мане. Торнадо стоит меньше по мане. Alacrity стоит меньше по мане. Тот же Blast стоит меньше по мане. Sunstrike на первом уровне дамажит теперь 200 урона, то есть даже в единичку вкачанный экзорт, это хорошо. Куча обнов и, не знаю, инвокер прям сейчас жесткий. Ну, по ходу игры еще будем упоминать обилки, которые проапгрейдились по типу Гостволка. Вот. И посмотрим, что Квин будет вообще делать на таком инвокере. Все переодеваются, пику берут там. Ну и принцип пик, вообще пик. Работы сфер у инвокера изменился. То есть да. Теперь такого нету, как раньше. Ты классаешь 3 кваса, у тебя реген ХП, векс, там, скорость атаки, теперь все вообще по-другому работает. Да, и получается, помимо того, что вы атрибуты получаете с прокачкой сфер, с двух там на единицу поднерфили, вы с кваса, получается, каждая сфера дает вампиризм заклинаний до 8%. Вот. То есть нужно подрубить 3 кваса, кинуть, допустим, метеорит, и вы будете вампириться. Ну и так. Пример просто. Либо свои скиллы кинули, там, ведра, ЕМП, тоже регенитесь. Второй скилл Векс, соответственно, дает снижение перезарядок за сферу. 3 сферы по 7% каждая, там. Хороший такой КДР, прям приятный. То есть, чтобы когда билок было меньше, кастовали нужные спылы, там, допустим, ведра, метеорит, санстрайк. И кастуете эти обилки под включенным Вексом. И, соответственно, перезарядка будет очень маленькая. Такой встроенный, как бы, актрин во вторую способность. Вот, и экзор, соответственно, дает урон от заклинания. Если нужно в моменте дать просто много дэмэджа, вы 3 экзорта подрубили и выпустили свои скиллы. Тяжеловато, конечно, все это сразу освоить, но, знаешь, если у героя такой винрейт, то это, наверное, может быть не так сложно. Очень крутая особенность инвокера против Эмбера в миде, то, что ты можешь щит ветрами снять, это очень круто работает. Вот сейчас мы прямо увидели, это, как это работает. Ну вот как же, да, регена и... не хватает, да? Приходится тебе, чтобы порегениться, нормально подрубить инвиз просто. А это 175 маны, на самом деле это немало. Ну, ты же понимаешь, что если у инвокера, у которого 87 дэмэджа, на этой минуте еще будет хп-реген без тангуса, там где-то 12 под тремя квасами, то это же вообще ненормально. Ну, посмотри, у него 87 урона с руки. Принесешь себе тангус и знаешь, ничего страшного. Это вот... Таймер просто спамит скиллами хорошо. Ну круто то, что ты теперь, там, к примеру, если супер сильно просел, там у тебя вообще не осталось хп, просто включил инвиз, несколько секунд постоял, ты фул хп. Да, это вот особенность Гостволка. А там подфиксили немножко даже этот реген, потому что он реально был нездоровый. Бонус восстановлению здоровья уменьшен с 10 до 80, до 10 и 45. Максимальный хп реген он подрежен, ну и, соответственно, прирост с уровнем тоже немножко подфикшен. Сап инвокер сейчас еще актуален тоже из-за всех этих приростов. Ну что, 4 уровень, у тебя там 90 дэмэджа. Ребят, ты чё? Отстаньте. Прикинь, двоих сейчас идет.
Вот, офигеть, две плюхи полетели в шейкера, чуть-чуть не хватает, просто двоих разбил. Нормально, нормально. По привычке, так я смотрел, там, за Miracle, на Invoker, с другими игроками, все, там, когда бьют, нажимают экзорт, когда, знаешь, добежать нужно, нажимают векс. А теперь МС у вас нет, и у Рона тоже нет от экзорта, соответственно, как и хапоригена. Короче, нужно заново привыкать тем, кто играл на Invoker. Что, взял, поригенился, то есть геймплей таков, вы берете себе две циркетки в начале, выходите, получается, в быструю, ну, быстрый стик, быструю урну, ферик на дэмэдж. Урну взяли и векс максить, как на обычном инвокере. Левел к 4-5 можно инвиз нажимать, чтобы порегениться хорошо. Вот, и просто стоите, редкликайте чела. Вот ему уже прилетает прям. Ой-ой-ой. 93 урона. Под 5 левел инвокера вообще невозможно ланить. Хорошо поддоджил сейчас Эмбер фистами. Да. Человек с никнеймом Miracle по 300 какой-то. Хорошо, лейнит и лейнит. Ну, собственно, предпосылки, почему нужно быть сейчас вексовым инвокером. Хотя, может быть, кто-то пропагандирует экзортового инвокера. Miracle играл там, задроты инвокера тоже играют. Вексовый поинтереснее, потому что, опять же, весел, потому что хочется использовать именно проапгрейженные абилки, по типу там, торнадо подняли, да, длительность увеличили, расход маны сделали меньше. Cold Snap подняли, кстати, с Cold Snap'а за каждую заморозку вы теперь регените себе хп до 128 при замакшене. Интервал заморозок уменьшен, расход маны уменьшен. То есть подняли практически все вексовые абилки. Вот, и теперь у вас на вексе. Раньше, помнишь, такая история была? Очень лимитированный урон был у векса. Он мог там сильно бакосить, но убивать кого-то он не мог. А теперь с таким уроном от руки проблем вообще не возникает с дэмиджем. ТП опять давит, тут голодный. Слушай, добирай там все-таки Эмбера. Хорошо, слушай, так прям почувствовал. Гранатка залетела. По привычке три кваса кликнул. Типа регенится. А да что в таких ситуациях делать? Какую сферу подрубать? Вампиризм заклинаниями. Наверное, все-таки вот нужно не забывать, что квас дает тебе вампиризм заклинаниями. Если ты трейдишься прямо на тоненького в последний момент, то лучше квас кликнуть и попробовать зарегениться. Кстати говоря, как только патч вышел, три сферы векса уменьшали перезарядку способностей и артефактов тоже. Прикинь, как у тебя да, шмотки подошлись. Тоже подошлись. Это жестко было очень. Это вообще имба. Ну тут. А, Шал, по-моему, без ботинка. Да. Но... Может быть, надо было как-то чуть-чуть раньше ветра кастануть. Ну ладно. Получилось, как получилось. Хорошо, что урну подрезали, потому что инвокер слишком много урона улутал с грейженного весела. Там 12 атрибутов было. Достаточно много. Но в целом стал дешевле, теперь раньше он появляется. Весел тоже такой хороший в этом патче. Много героев, которые от весела страдают. На самом деле все страдают от весела. Имбень какая-то этот инвокер. Я ни одной игры, кстати, против четверки инвокера не выиграл. Или пятерки. Ну, четверки скорее. Что, я не знаю. Герой где-то уровни находит, он стал гораздо сильнее на линии, как будто бы. Приходит к тебе с гранатами, колдснэпом, ману постоянно бернет, не подставляется, в инвиз уходит, регенится. А потом бласт, ветра, стенка. Очень душно. Solar Vessel и... Герой просто обладает космическим импактом на саппорт-позиции. Мы, кстати, записывали инвокера до того, как это стало мейнстримом сапа, да? К нам приходил чувачок с никнеймом Антикор. Вот, и... Потом, собственно, все вообще поменялось в такую сторону, что теперь это имба прям. Тыки-тыки-тыки. Ну, в прошлом патче бы он, допустим, не убил бы, да? У него не было бы просто 110 урона. Не, ну на с векс, экзортом, кстати, говоря... то, может, и были бы. Но МС бы... Не ну, знаю, я про вексового инвокера говорю. На вексовом, да, не хватило бы точно. У него там, знаешь, не за многим меньше, чем у старого экзортового инвокера. И просто бегает в инвизе, скаутит. Инвиз уже почти откатился. Хороший прям тычечки. То есть, каков... А почему у него 4 сферы нарисованы, или это баг? Нарисовано 4 почему-то. Это, наверное, меньше на 4%. Не знаю, это баг, наверное. Или мы чего-то не знаем. Может быть, мы что-то не знаем. Просто максимальная активность, и правда, тайду не очень приятно. Луна затрагивалась хорошо. Этот шейкерино. И снова инвиз. Так в этот раз он немножко
Ну, не то чтобы ошибся, а раньше он потнее играл. Он когда инвиз, перед тем, как инвиз нажимал, он всегда 3 сферы векса включал. Чтобы КД инвиза было меньше. Вот, и перед тем, как куда-то побежать в инвизе, он 3 сферы векса кликнет и побежит. И добегает до какой-то линии, у него уже инвиз откатывается. Получается, сколько он КД себе снижает? Ну, на 4%. Знаешь, это как нейтралка, как 4-го тира. Толпризм, 12%. Вот интересно, знаешь что? Как проценты стакаются? Вряд ли там топорное такое сложение. Это, и, допустим, если ты возьмешь 2 нейтралки... Ой, тут парк нашли. Душновато. Ветра и скинет инвиз. Найс. Плюс скилл для Бейна. Хороший. Вот, если ты возьмешь 2 нейтралки условно на 50% перезарядки, то первая как бы 50% будет давать, а вторая будет давать 50% от оставшегося числа. То есть в сумме сотки не будет. Вот интересно, как у инвокера. Топорное ли это сложение будет? Или это дефолтное сложение процентов в доте? Как вот это? Ну, это надо посчитать просто. Плюс, если топорное сложение, то это слишком сильно. Вот что я хочу сказать. Вообще, да. Успела выбежать ланаю. Он ее так еще запотелил, блин, чувак только прилетел, уже потерял всех хп, только единственное, что в миде сейчас... Проблемки. А у них вижу, нет миди. Сап хорошо старается. Варды с миди спят, и опс, и сентри. На таком инвокере я смотрю, особо... Ну, кажется, что надо много думать, а по факту думать много не надо. Ты просто жмешь скиллы, как раньше на вексовом инвокере, и убиваешь. Ветрами сейчас добьет. Дождался, пока весел собьет рефракшн и... Руку подрезал, инвиз будет через одну секунду. Плюс 32 снова под классом регена. Почему-то нажал. Почему под классом? Ой, его просветили. Вот по старой памяти, видимо, квасик же жмет перед инвизом, чтобы больше зарегенить. Но это нужно делать под вексом. Класс, напоминаю, дает лайфстил от способностей, то есть от нанесенного урона. Нормально, блин, даже знаешь, что на санстрайк в единичку не впадло взять на таком инвокере, чтобы, ну, экзорт в смысле, о, как сейчас, чтобы добавить себе кучу обилок, по типу там того же бласта, да, который долго дизармит ланаю. О, бласт, инвиз есть, а вот экзорт пригодился. Кайф. Кайф. И пика, блин, раньше на инвокере ты не понимал, что тебе дальше покупать на таком. Теперь ты просто берешь пику, всегда полезен будет форстаф, рейндж, тычки. Просто прелестный артефакт для персонажей, которые универсальные. Очень много дает. Бежит. Руна волшебства плюс 3 сферы вакса, векса, извиняюсь. КД обилок. Очень маленькая будет. Блин, просто засилил килл. О, ведра 18.9. Найс КД. ЕМП 17.9. Хочется прям пойти и разрядиться. Минус роар. О, господи, как можно было даже потратили. Вообще метеорит выкинул. Походит, дерется, ресы не кончаются. Кайф. Даже если хп просадил, пошел там в инвизе на другую линию, через портал. Очень легко сейчас на этом герое, конечно, играть. Я тебе скажу, что еще знаю, что прожатие кнопок на вексовом инвокере, оно очевидно проще. Да, и сейчас инвокеры переодеваются по итогу в физического инвокера из-за атрибутов. Немножко дэмэджа с инстрайком. Вот и в целом проще для на инвокере стало катать. Много урона, крипов добиваешь, векс, потом дэмэдж айтемы. Ну да, единственное, что инвокер стал не таким зрелищным, как раньше был. Почему? Ну, сейчас ты просто больше как-то не через прокасты играешь. У тебя такие артефакты, у тебя много урона с руки, и ты с руки больше тыкаешь. Ну тут как посмотри, я, знаешь, раньше такой инвокер АФКшил 30 минут. Да, вначале, качался, санстрайки кидал. Тоже, я к тому, что просто такой зрелищности. Я просто к тому, что инвокера вообще в целом больше любили за как раз зрелищность использования его способностей.
Да, слушай, пусть также используют эти белки чуть попозже. Просто надо ждать левел на вексовом инвокере. Ну сейчас нормальный инвокер покажет. Я к тому, что сейчас и артефакты, понимаешь, покупают не на то, чтобы способности взять. Хекс, рефреш, акторин. Хекс, рефреш, да, все вот эти вот штуки сейчас не покупаются. Просто идет и рейд кликает. О, смерть. Чуть поздновато ревич нажал тайт. Мог чуть раньше, но Кирба, может быть, даже выжил. По итогу камедж для оппонентов. Хорошо. Пика нужна. Очень сильно нужна пика. Кстати, экзорт уже в двойку. Вот. Он решил, получается, квас 4 оставить, как старый добрый, да, когда инвокер переодевался. Векс у него, получается, 5 или 6. 5 скорее. И теперь экзорт берет, чтобы урон от метеорита и бласта и фастрайка был. Понимаю, 15 минут, прям суперактивная игра. Много драк. Нормально. С метеоритом пачку подпушил. Урон, конечно, не супер большой, но так. До кучи дать, почему бы нет. Вот что точно теперь стоит запомнить, это самое важное. Перед нажатием всех своих обилок, по-хорошему, в начале файта, когда фармите, все это делать на вексе. Потому что именно векс дает перезарядку. А вот тут, кстати говоря, перед тем, как кастовать санстрайк, он мог нажать 3 сферы экзорта, чтобы было больше дэмэджа. И от весела, по идее, тоже должно быть больше дэмэджа. Ну, на артефакты, наверное, это не действует. Или это на артефакты тоже действует? Ну, вот, не знаю, это же урон от заклинаний, а заклинания в том числе предметы. Тут в описании ничего не написано. Перезарядка не работает. Это пофиксили. Урон вот от способностей владельца написано. А, именно от способностей. Да, поэтому на предметы не работает. Ну, ладно. Ну, если, конечно, перевод правильно. Ну, бывает, тем не менее, всякое. Перед тем, как кинуть санстрайк, все равно 3 сферы экзорта нужно подрубить. Должно быть больше дэмэджа на чуть-чуть. Он за каждую сферу 3%. Все, пика готова. Чего-то там бис какой-то огромный. Угу, саганом качается. Ну, знаешь, тут все нормально, так у меня 3 кора просто имеют по 10 тысяч на 17 минуте. Опять на вексе жмет кнопки. Хочется ему тут темпларочку. Хорошо, успел бласт дать. Она и не бьет пока что. Стеночка по двум героям, ульта сефа и двух героев должны выбирать. Хорошая убирать, комбинация. Он еще статовый на инвокере, 2100 хп. Потеряю, я понимаю, почему 58% инрейт у героя. Так, на миде пол... А, на миде винрейт у персонажа 61%. Успел нажать, успел на пике выйти. Инвиз кастовать, успел инвиз кастовать. Дэмэджа не хватает. Или хватает? Просто бьет от руки, 185 дэмэджа, лакарти, пару тычек, найс, СФ подошел. Имеется бласт, снова нажал весел. Просто скиллы закончились. Форжики как там работают? Все так же? Можно еще форжей призвать, но мана заканчивается. Вот тебе и нокер. Они его остановили. И СФ умрет. И вот тут он должен быть в тильте чуть-чуть. Совсем чуть-чуть тильте. То, что такой неплохой файт, он так много в нем сделал. Нажал бласт на файт, нажал 2 раза, блин. То есть, если долгие файты, и ты на виксе жмешь кнопки, то получается прям по 2 раза можно кликнуть. А инвокер в долгих файтах часто участвует. Любит он так изнуряюще подолбить чувачков. Кайфово, кайфово. А насколько круто на таком инвокере будет Бактерин смотреться? Не знаю. Не дает статов вообще никаких. Ну, на экзорт он может. Ну, именно в лейте, типа,
Хотя вообще там КД будет супер минимальный, потому что ты же много способностей сможешь выдавать, по идее. А лакарте почти 250 урона от руки, есть у него пика, если что. И Эмбер просто улетает. Квасик по старой доброй памяти нажал. О! Пику. Возможно, пику сразу нужно было нажать. Сэмпля там сэмпля стояла. Он был на трапе. Обидно. Ну и луна богатая. Шард, блинк, дезоль, лэнс. Но бис там вообще с ума сходит. Ничего, ничего, ребят. Финвокер актуальность свою не потеряет. Да без таки лов, я так смотрю, нормально лутает в драках. С голдой у него все да. Хорошо. Хорошо играет эту игру. Топ 17 на бесте все-таки. СФ топ 81, Тайт топ 20. Что-то коры Квина не сильно тут тащат катку. Че, они тут? 2-6 на СФе, 0-5 на Тайде. Ну ладно, Тайт много ассистов дал. В целом полезный еще травак. Ну ладненько, смотрим дальше. Форжики. Можно с форжиками теперь подкачиваться. А лакарти вообще шикарно. Куча урона, куча так спида. С пикой такой прям, блин, вообще у него рейндж атаки очень огромный. У него еще и гроубоу. Да, хорошо. Да, гроубоу для такого инвокера прям идеальное приобретение. Дает тебе скорость атаки, ты универсал, бьешь с пикой с огромной рейнджей, еще и снижаешь резист к магии. Добавляет урон от обилок. Просто дайте ему два сапа в начале, которые вот под там 8-10 минуту смогут активно раскрыться. Он будет ходить на инвокере всех вообще убивать. И по лютому сноуболить. А, задрот инвокер ликует. Так вот, по поводу винрейта. На оффлейне у инвокера... Угадаешь винрейт? Ну так, у нас скип. На оффлейне? Будет у нас ликбез такой маленький. 53-4 пусть будет. 55-1. Так... Ладно, не буду томить. На миде знаешь, какой винрейт? Я сказал или нет? Ты сказал уже, да? Да? 61, да? 51? Что это вообще? Вы ты шутите? 51% винрейта. За 885 матчей. Да, конечно, очень много. Вообще, персонаж как будто сейчас лишён минусов. То я не знаю, на линии хапориген. Вот что было замечено. Он, а это уже рейндж такой добротный. Там Боник пушит, поймал рор, Боника убьют. То пойдут, не пойдут. Блин, сверху вообще два героя было. Мне кажется, они могли бы с ними и подраться. Да могли бы, там главного оружия нет. Без 16 тысяч. Минус Аегис, ну, nice. Не стойте так рядом друг с другом, ребят. Ну вы что? Ничего, ничего, нормально. Там бис в топе был. А тайминг у Зефа чуть-чуть не пошел. Блин, а она выжила, да? А, нет, не выжила. Не, ее били, убили. Там Тайт хорошо третий нажал. Прям идеально в тайминг, потом Рейвиджем накрыл. Это про Марси, мне показалось, Марси... А. Не-не-не. Догорело все-таки, видимо. Ну, с Райком, чувак, у нас тут выпуски стакает. Да, это жестко. Ну, кстати, с Райком можно стакать, если ты находишься в радиусе 2000. Не успеваешь до компа добежать. Но... Вот, если на 2000 находишься, то крипы сагарятся на тебя. 222 урона с руки. Да. Вот манту он с Яшу собирает, а обычно, если вы универсал, вы билдитесь через ультимейтора, потому что он 10 дает каждому атрибуту, то есть в сумме 30 атрибутов. Ну, соответственно, это 21 единица урона, по-моему. Вот. А Яша дает только ловкость 16. Ну, так, скорость передвижения, так спит, конечно. Больше. Но обычно берут именно ультимейтор. Таланты старый добрый, да, мы игнорируем. Хотя, учитывая перезарядку скиллов инвокера, было бы прикольно получить минус 6. Ну ладно, это потом актуально, минус 6 секунд торнадо.
скорость атаки духов от Forge Spirit, либо Cold Snap. Блин, у инвокера, конечно, и таланты классные, таланты, но... офигенные. Сферы хочется докачать. Плюс 50 к урону в секунду от Icefall. Тоже прикольно. Прикол. Да, что хочешь, бери, все по кайфу. Нормально, они тут на него вышли. Тут же развелся, говорит, ща я вас, кабанчиков, порежу. БКБ на Эмбере. Ну, когда тиммейты уже начнут скелиться, то как-то маловато. Ладно, у СФа манта, пика. Хорошо, он готов подраться. У Биста что там? У Биста Аганимка, Эссенж, Кримсон, Лотус. 24-я минута игры и 1400 на руках у мужика. Жесть. Просто же, я такого Биста никогда не видел. Анвокер ему расскажет. Вот, почему еще манта покупается? Ну, потому что можно рефракшн быстрее сбивать, скидывать чины, плюс трапы шардовые. Когда чел роар тебя жмет, ты можешь поддоджить, плюс тут же скиллы нажать и подвыйти. Манта и урон, соответственно, дает, плюс скорость передвижения и атак спид. Что всегда был хорошим предметом для универсалов. Этот предмет. Ничего не происходит, видите, мидаса нет, но при этом спокойно качается и билд выглядит солидно. У него на самом деле балдежный дворс на инвокере. Просто темпларка, как бы это темпларка, да? Она всегда много фармит. А бесмастер, он с другой планеты. У него там встроенный ГПМ какой-то. Так-то у него на инвокере много. Агрессивненько он, конечно, сейчас себя ведет. Он, скорее всего, понял, что они тэпки вдавили. И то, что он айши стопит без тэпа, а бист в миде. Плюс тайт под ним стоял. Он, я так понимаю, собирается улетать сейчас на базу, да? Все нажал, чтобы быстренько почистить и свалить отсюда. Теперь можно пускать манту и форжей на линии. Постоянно сплитить. Все, блин, очень свежо, очень свежо. Я предположил бы, что такой инвокер может быть актуален на керри, как там я Тора тестил. Но просто левелов не хватит. Тебе прям нужен левел, чтобы вначале сноуболить и бегать по карте. То есть, ну это прям для мида. Само он инвокер. Манта, фаржи, домик. Ага. Просто собрал говшу. Летаешь, сплитишь. По некрам скучаю, прикольно было. Да, некра еще добавить, вообще кайф. Что дальше раскачивается? Раз катка тяжелая, то надо просто много фармить, что он и делает. У них СФ, получается, купит не Скади, а Кирасу, а Скади как раз-таки возьмет себе инвокер. А вот почему нельзя Хекс? Нормально же вроде выглядит для файта. Ну, выглядит хорошо. У них в целом есть какой-то контроль? Выглядит хорошо. В защиту Хекса скажу, что когда контроля прям мало, и вопрос в том, чтобы подловить того же Эмбера, Хекс прям супер имба. И для универсала он дает тоже много урона, примерно как Скади. Чуть-чуть поменьше. Пика есть. Марси. Эмбер там. Тут тычки большие. Да, как они хотят инвокера убить просто. Отдожил тычку с молда. Кликают биста. Много, конечно, контроля в инвокера выдали. Минус слайм. На контроле какие кнопки потрачены. Линку сбил. Весел накинул. Братан, а ты проседаешь на тэпларке. А сейчас у Лакарди будет прям много урона. Кликает, кликает с километра. Это снайпер. В итоге супер долгий файт. И в таких файтах инвокер чувствует себя великолепно. Ну, Сев молодец. 6000 урона дал. Ну, кривовать. У них получилось у врагов. Они так хотели быстро до инвокера добраться, зафокусить. Но у них не получилось. Они из этого очень много времени потеряли в драке. Сложно. Проиграли. Сложно, надо такого инвокера быстро убивать. Статовый 3к хп. Вот Скади еще добавит тебе хп больше, чем Хекс. Плюс против темпларки приятно. Она очень не любит, когда я так спид режу. Плюс бисту с Аганима резать хп реген. Плюс Марси резать хп реген. И вот сейчас надо Марси убивать. Марси очень быстро отлетает.
Взяла карте почти 3 сотки дэмэдж. Найс. При том, что он может нажимать все свои способности, да, как обычные инвокеры. И бить. Поменялся, получается. Усилился плейстайл квасвекс инвокера и билд еще дополняет всю эту историю. Раньше ты такого квасвекс инвокера не мог увидеть. Ну, ты манту покупал, то просто в никуда деньги. Пика. Ну, так. Можно было, конечно, взять. Сомнительно. Айтем на армор плюс на тычку, вылетающую, если вас бьют в радиусе вашей атаки. Хорошо против Ланаи тычковать ее в ответ. Кади, а потом? Что вот потом можно себе, прикинь, еще Кирасу, да? Купит, ладно, Кирасу и Сэф берет. Кади Хекс, либо с Кади какую-нибудь бабочку вообще. Ой, как будет хорошо. И 1x1 с Ланаи выйти, да, он ее без шансов убьет. Да и Даллас, да, тоже на руку. Что, дэмэдж есть? Не будь инвокера инвиза, было бы, наверное, прикольно с Сильдером еще побегать. Инвиз есть, поэтому Сильдер. То, чтобы нужно. Пассивки отключать там, каким-нибудь героем. Забавно, этот инвокер, если поднимет ДД, он получает рапиру. Да. Как и любой универсал. Успел. Чуть-чуть типа поздновато. Ravage. Дорожку вовремя постелил на инвокере. Красиво оттолкнул еще дорожку Ланая. Прям четко бластом получилось. Постелил и снюхал эту дорожку. И тут Ланая погибает. Не, что-то очень сложно в этого инвокера. Им нужно начитать у него. Они вот, видимо, либо не могут, либо не понимают этого. То если его не убиваешь, он слишком много. Ну, они пытались. Не получалось у них. Реально. Надо лучше пытаться. Все, уже переложил смотку. Говорит, мое. Сейчас будет прикликивать Асефа. Асеф тоже пытается. Тоже. Опа, Квингот. И Асефу достается сыр. О, талант. Урон и скорость атаки от Лакарти. Плюс 30-очка, да? Хорошо. Классно, блин, как же он скелится на протяжении 30 минут, вот он продолжает скелиться, это кайф. Вот он каждую минуту игры сильный. Обожаю таких героев, которые сильные в начале, сильные там на 10-й, на 15-й минуте, на 30-й минуте. Что раньше ты Авексова много рискать не мог. А Кзортовый в начале был очень слабый. Блин, просто персонаж, да, лишенный минусов. И Кзортовый, кстати, только после 20-й в игру вступал. Там помогал санстрайкер, такое. Меня раздражало играть с таким инвокером. Качается, сана помогает, но мало актива. Этот же он всюду. И в лейтуке полноценный тоже. Лазу потихонечку пушат, и с Эйгисом, в принципе, это можно делать. Шейки разобрали, найс. Хорошие ветра, плюс Ланай дал бласт. Успеет ли СФ сыр нажать? Нет, не успевает. Потратил пику, потратил манту. И на инвизе просто выбежал. Забавный факт, но... Досты еще можно скидывать мантостайлом. Если вы выйдете с радиусом, досты работают же сейчас по местности, и там будет кольцо, в которое ты заходишь, и ты под достом. Поэтому нужно нажать... Допустим, вас просветили, вы нажали пику, вышли из-под достов. И нажали манту, скинули досты, которые висят именно на вас. И инвиз прожали и вышли. Но что есть прикольного еще под инвиз прошел? Слушай, Дэвид Даллас поставил квикбай. Опачки. Это контент. Хорошо. Знаешь, чем-то мне вот такой инвокер напоминает Void Spirit, который только появился. Тоже винрейт был большой, но не настолько большой. Все равно Void Spirit менее опциональный. В Эспирите, допустим, там Мэджика в определенной стадии игры просто не хватало. Ну, он Лифиза. Была. Но этого хватало. А тут инвокер, мало того, что от руки бьет, так еще и киллы колдует. Надо, хотелось бы прочувствовать ту эмоцию, которую Лана испытывает, и вообще все враги убить не могут. Дэмэджа много получают. На инвизе пробежал в бот.
О, слушай, он очень быстро переключает обилки. Он сейчас был на Вексе, скастовал метеорит, тут же включил 3 Векса и выкинул метеорит. Прям на скорости. Уже привык, скажем так, на Вексе постоянно играть. Чтоб когда я была маленькая. Наконец-то сферы докачаны, и теперь можно таланты брать. Ну, в лейте получается... Вот после 25-й ты, наверное, всегда хочешь только на Векс бегать. Наверное. Ну, это как минимум проще всего. И чаще нажимаешь обилки. За 4 удара убил шейкера, подвышел, нажал манту из-под трапы. Выдерживает немножко позицию, потому что уже 2 его тиммейтов убили. И файта как такового нет. Не густо. Получилось. Блин, там бист вообще какой-то псих. Я не знаю, 26 тысяч. Что, что это за чудовище? Чудовище под... Манту надо было нажать. Блин, он под колл-снайпом на инвокере. Он очень много тычек пропускает. Ничего себе. Ничего себе. Агрессивненько. Ну, вообще под минус армором и сейфа очень много урона. Он их просто от руки убивает. Офигеть, как много дэмэджа. Слакерти будет новая. Ого, байбеки пошли. Добьёт, да? А, добил из-за того, что колл-снайп пригенил его. Манта будет 3 секунды. Но он выйдет, он должен выходить отсюда. Манта. Ай-яй-яй, гем. Нет! И досты. Все кнопки мира нажали. Не хватило, слушай, сатаник хочу увидеть на таком инвокере. Что дэмэдж есть, но с дайдалосом, конечно, будет больше. Но сатаник был бы круто увидеть. Ты какого такой хрена же, там прям... гем лежал, лучше скажи. Там, так, не знаю, упал. Там до шейкера досты были, поэтому не гем его убил. Он нажал досты. Я не обратил внимания, когда он манту кликал, у него просто манта была. Манта он сразу кликнул, когда на пике, по-моему, подвышел. Вроде бы. Ну что, хотелось на таком инвокере поиграть? У меня такого чувства давно не было. Да, инвокер мне казался таким каким-то... Не то чтобы тяжелым, но... Сейчас он стал как будто бы таким, каким и должен был быть. Героем, который активно играет в командную доту. Да. Ему сейчас надо сильно скиллы резать. Это ненормально. Надо резать КД за сферы однозначно. Урон оставят на экзорте, я думаю. Надо резать КД, потому что он очень часто кнопки жмет. Надо резать атрибуты, возможно. Что-то надо резать. Ну, там, прям очень минимально, потому что могут перестараться, и он опять будет в 48% винрейта. Знаешь, просто, ну, 61 это уму непостижимо. Надо... Конечно. Надо что-то придумать. Файт они решили без инвокера. А дэмэджа просто нет. СФ думал, что это все это время он дамажил. Нет, браток. Капец, ну вы чё, ребята? Глупо умерли. А чё они без инвокера пошли? Ну это да, это прям... Закинули они. Оу, эффекты сфер умножаются на 2. Ага. Доп. Урон заклинаний за каждую сферу 14%. Снижение перезарядки за каждую сферу 14%. Ага. Нормально вообще-то? Интересно. Да, не то слово. Я говорю, герой скелится, всю катку он играет, он продолжает апгрейдиться. Это не есть круто. Даже таких героев сложно представить, которые на каждые 3 минуты игры они суперсильные и увеличивают свой потенциал. Ну все, вот сейчас, конечно, инвокер машина жесткая. И там шейкер за бестом, надо быть осторожнее. Офигеть, билдачок, конечно, у беста. Жесткий. Запакованный, да, мужик? Вакер тоже неплох с собой. Красив и горделив.
Талант добрал, получается, левую ветку. Перезарядка торнадо. 15-1 теперь будет. А чего у инвокера МС 516? Нормально? Че такое? А почему? Да, это... А, ну все, подожди. Я дурак. Я думал, что МС не дается за Векс. А МС дается за Векс. Да, кстати, точно, да. На 50 дается. А что они его ставили? Не знаю. То есть они убрали ХП реген, убрали урон от руки с экзорта, но оставили МС от Векса. Это почему так? Ну ничего. Ладно. Ну ничего, всего лишь-то герой имба. 40 минут я это говорю и не перестал говорить. Что, позиция не очень удачная. Да, херовая позиция. А, Шейкин, кто-то блинк сбил, по-моему. Офигеть. Что, слона может расковырять? Так Шейкер бы сейчас всех убил просто. Ай, хорошо. Байбек. Он не собирается это терпеть на инвокере. Надо тиммейтов спасать, бежать. Блин, ну... Отлично, отрубил просто тычки темпларочки. А там вижен есть. Их. Хороший файт. 6000 раунд почти наковырял. Нормально, нормально. Бабочку хочет. Видишь, что луна МКБ нет. Фрайда берет для такспида. Вот не хочется тебе муншард брать. Тебе хочется что-то, что еще, если ты давал бы тебе какие-то полезные эффекты. Вот бабочка ок, кираса. Наверное, тоже ок. Если бы ее не было бы СФА. Вот он решил предпринять мувик. Зафорсил глиф. А, инвиска, да? О, не наступил на драпу. Нормально. Сэр забирает Рошану. Продаст Вессел, получается? И возьмет Аегис или как? Бай, выбили. Ну, Кира тоже банят. Там последний барак, плюс они забрали Аегис. На форсе въезжает, чтобы Сэф точно не забрал. Моё изи. Теперь файна добить. Так вот, не дают ему санстрайком попасть. Слушай, так у них все. 50 секунд шейкера нет, последний барак. А Аегис сыра гоним. Ну да, вопрос времени, как они закончат. Там хочет, пойди просто барак последний доломать, да и все. Можешь ПТ продать. О, нейтралка, что там? Что ну, там? Вместо ПТ можно, в принципе, блинк себе закинуть. Я думал, ну да, да, последний слот, наверное, какой-то блинк. Ну, либо Хекс, твой любимый. Она умирает без атака. Манту не нажал, бывает. Бам-бам-бам-бам. 540 урона, сроки. 550 будет с Игусонгом. Это лакать. Просто сломали. Ну, прикольно, прикольно. Силен мужичок, получается. Да. Предвкушаю комментарии, когда ребята вот сейчас будут смотреть ролик и писать, что вы дураки, век смс дает. Ну, ничего. Мы тоже можем ошибаться. А я даже и не помню, если честно, говорили ли мы, что его он не дается. Вроде ну, бы да. Нет. Всякое может быть, но слишком сильно инвокера переделали, и он объективно стал самым-самым нездоровым героем патча. Топ-1 по винрейту сейчас на протрекере. Что? Катайте. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Пока-пока.